В 10 часов вечера в микрорайон «Строитель» очевидцы вызвали полицейских и спасателей для оказания помощи кричавшему из окна ребенку. Диспетчером экстренных служб поступило сразу несколько звонков от жильцов этого дома. По словам заявителей, мальчика нужно было срочно выручать. Ребенок, оставшийся дома один, мог выпасть из окна. Опираясь на москитную сетку, он звал маму и громко плакал. 7-летний ребенок стоял на подоконнике в квартире, расположенной на 3-м этаже. Взламывать двери или лезть по балконам спасателям не пришлось. Почти сразу же после их приезда во двор вернулся отец малолетнего возмутителя спокойствия. Мужчина объяснил, что отлучился в магазин за детским питанием совсем ненадолго. Столь бурной реакции сына на непродолжительное одиночество мужчина не ожидал. С места происшествия Кирилл Новиков, Михаил Сергеев и Алексей Овчинов.